На ваших экранах вся статистика по бойцам Рыскедина Садов против Матвея Кондратьева. Поединок начинается. Сразу с лоу-кика. И такой хороший хай-кик какой удается Матвею. Пытается пройти в ноги Рыскедин. Достаточно пока успешно Кондратьева Матвей, но Асадов все время идет вперед, так как бульдозер. Пытается затащить своего оппонента в партер, но разрывает Матвей дистанцию. Хорошая ударная серия. Устоял Рыскедин, пытается идти вперед, но Кондратьев просто как по мишени лупит по нему. Еще один хай-кик. Пытался ответить Асадов. Просто на выбор сейчас Матвей наносит эти удары. Рыскедин пытается отбиться. Попадает. Удар коленом какой. Но устоял Асадов. Даже потряс, по-моему, немножко Матвея в размене. Опытнейший боец. Я уже говорил, 8 лет выступления на профессиональной арене за его плечами. Но Матвей Кондратьев у нас дрался не только в октагоне, но и на льду. Хороший размен идет Рыскедин. Готов он рисковать, готов с таким опытным ударником обмениваться. Матвей внимателен, выцеливает. Пытается пробить защиту оппонента. Снова Асадов идет в захват. Легко Матвей разрывает дистанцию. Фронт-кик. Очень чувствительный. Еще один мидл саживает в догонку. Матвей снова пытается он пробивать, легко разрывать дистанцию. Удары ногами у него, конечно, на очень высоком уровне. Но, как я говорил, что это он чемпион по кёкушинкай карате, если я, конечно, не ошибаюсь. Удары по корпусу очень чувствительные. Но Рыскедин все стоит, как скала, пытается даже отбиться. Хотя видно, что, конечно, вот этот град ударов не просто ему дался, который он выдержал. Хороший лоу. Пытается идти вперед Асадов. Все видит Матвей, меняет стойки постоянно. Даже не понимаешь, какая у него ведущая. То ли он в левше работает, то ли в правше. Еще один хай-кик по защите. 3 минуты между тем миновало в первом раунде. Ну, такой неподготовленный, конечно, бэкфист особо смысла не имел. Все видел Асадов, легко от него уклонился. И вот шел вперед Асадов. Ну, так... Матвей постоянно старается ответить. Обмен лоу-киками. Подзамедлились оба, вымахались первые 3 минуты. Сейчас темп явно спал. Но кто-то готов взорваться. Вот постоянные удары в корпус от Матвея не достигают цели. Но Асадов очень крепкий боец. Волевой. Он выдерживает. И он готов идти вперед, готов рубиться. Он всегда старается отвечать. И каждый удар Матвея. Как мы сейчас и видели. Последняя минута первого раунда. Пытается немножко позинговать Рыскедин. Держит его на дистанции Матвей. Отбивает его опять к сетке. И вот проход в ноги. Матвей старается устоять. Рыскедин пытается забрать концовочку с помощью тейкдауна. Идет у нас борьба за положение. Его сейчас Рыскедин затаскивает таки в партер, но попадает на гильотину.
Захват очень жесткий. Последние секунды идут. Устоит ли Раскидын? На последних буквально секундах вынужден он постучать все-таки. Чуть-чуть не хватило Асадову продержаться.